Всем привет, с вами Димот, и сегодня мы продолжим играть в игрушку Half-Life 2 эпизод 1. И мы совсем недавно убили штурмовик, похожий на комара. Вот на кого он похож. И сейчас мы идем невесть куда. Ничего себе тут лекарство. Дробовик. А то, это же самое надежное лекарство. А теперь открой нам вот это вот поле. Ага. Ой, здравствуйте. Ну, против вот таких пациентов это самое хорошее лекарство. Давайте еще патроны. Стечка нам не повредит. Ой, там. Ну, выстрелит Алекс. Его. Ура! У Алекса новое оружие. Получше пистолетика. Он просто принимал ванны, был в плохом настроении. Что к нему пришли какие-то. Да тут прям камера пыток. Тоже зомби, нет? Ничего нет. Ой, Алекс, ты меня напугала. Меткий выстрел. А давайте они там разберутся, а я сбегу за патронами. Ага. Все? Вот называется мятеж среди зомби. Это очень интересно. Здесь не открывается. Больше патрон. Так. Еп. Так, все еще дробовик. Так, ну, Алекс, опять ты меня не выпускаешь. Раз, два. Телевизор. Интересно. Я слышу, я опять их слышу. Я слышу злобных зомби. Вот они. Ёлки напугали чужих. А я чувствовал, что выйдут сзади. Так, а что он тут охраняет? Так. Патроны. У меня есть эти патроны. Так, Алекс. Алекс, выпусти меня. Я видел, тут дробовик валялся. Патроны никогда не помешают. Ой. Не, пускай они там подерутся с себе подобными. А потом спросят, зачем они все это сделали. Ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня. Итак. Что мы имеем? Патроны, дробовик. Это хорошо. А подствольная штука для плазмолета.
как-то он так называется. Можем открыть дверь. И это очень интересно, а в какую мне лучше пойти? Берегись! Господи. Нет, здесь какой-то тайник. Ага. И вы там, наверху. Хотят прыгать. Так, что у нас здесь? Этим я не пользуюсь. Так. Ну, палата номер 6. Звуки, конечно, приятные. А, вон они откуда исходят. Фонарик. Ой, это... Причем тут фонарик и... Сейчас мы выпустим вас. Сейчас погодите чуть-чуть, я хочу узнать, что у нас здесь. Комната. В ней живет ящик. Ящик и что? Хорошая вещь. Интересно. Никогда не запускайте подствольный что-то там в таком узком помещении. Ведь он сам себя вот в итоге и убил. Так. Компьютер! Не включается. Алекс, дай выйти. Так, компьютер. Не то. Ну что ж, все двери... Жареные. А это что самое неприятное? Вон тот вот страшный черный дяденька. Отличный выстрел. Да, это был мини-босс. Мы с ним справились. Только вот, вот эти вот гадости надо добивать. Ты живой? Нет, все, умер. Очередная операционная. После тебя. Спасибо. Я тоже тебя люблю. Я слышу, что меня там ждет. Так, давайте. Так, посветим. И узнаем, что меня там ничего хорошего не ждет. Мы можем просто прыгнуть, 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 прыгнуть. Я без понятия, что из этого выйдет. Так, давайте зарядим фонарик. Звуки там неприятные, я скажу. А как же? Ты... Гордон, ты цел? Я абсолютно... Боже, зомби! И что ты хочешь от меня? Чтоб я вышел, да, отсюда? Ой, у меня же, да, у меня же кислород и фонарик, это одно и то же. Придется тут поплавать. Так, да. Это вот такие вот. Угу. Отлично. Может быть, они бы мне и пригодились. Так, все, фонарик есть. И вы там. Угу.
Так, что у нас там? Что нас тут ожидает? Что еще тут есть? Вот это мне нравится. Так. Отлично. Все, больше тут ничего нет. Идем дальше. В чем тут подвох? Интересно. Бочка. Ну, недаром тут бочка стоит. Мне скажут ее куда-нибудь использовать. Хитрым-хитрым образом, чтобы куда-нибудь зайти. А вот эти вот... Они вроде живые. Ей! Ой, сопли. Здрасте. Ей, отдай мой ящик. Отдай мою штуку. Может быть, мне, кстати, на них подняться и просто сверху пробежать. Было бы интересно. Но... А как я от них так отцеплюсь? Хорошо. Та бочка ключ к успеху, наверняка. Не. И все. И затушили. Так, что там сверху-то? Ага, я, кажется, понял. Кажется, понял. Вот надо будет прыгать тут злобным-злобным образом. А это бочечка. Почему я не могу взять бочечку ручками? Первую часть я это... Отдай мою бочку. Ну что ты делаешь? Зачем тебе эта бочка? А вот эту сопельку я даже не знаю. Как я потом отсюда... Так. Тут... Я буду умирать много раз. Серия может затянуться. Так, вот эту бочку сюда. Отлично. Ничего нет больше. Чего можно взять? Ящик. С патронами, кстати говоря. Не. О. О. Так. Отлично. Тренироваться. Вот что было бы со мной. Я бы умер. Итак, пройдем весь этап. Прыг. Дальше прыг. Потом. Прыг и смерть. Это как-то вот этот этап с прыгом. Хорошо. Минус еще одна помеха. Это мне там мешает все время всплыть. Итак, бежим, прыг. Бежим, прыг. И умираем. Thank you.
Скорее всего, там надо с разбега. Ну, давайте уже попробуем. Погибну, так погибну. Ага. Итак, дубль. Раз. Так. Два. И две сопли такие спустились. Может, они мне как раз и могли помочь. Хотя, чем бы они мне помогли? Ага, нет, слушайте, не смертельно. Я думал, все намного хуже будет. Так. Есть. Дробовик. Мало снарядов. Уронов. Так. Отлично. Алекс там кричит. Её кушают зомби. Прости, что бросила тебя одного, Гордон. А ты... Мне нагрянули гости. Посмотри вот на этих гостей. Смотри, как они. Вижу, ты и без меня справился. Не. Ну ладно, ладно, тогда давайте кинем его. Так. Ну, сейчас мы узнаем, живы ли они или нет. Телефон. Страшные звуки. Фонарик опять садится. Так. Пик-пук-пук. Так, все страшные звуки находятся впереди. Внимание! В крови обнаружено ОВИ. Система жизнеобеспечения включена. Морфий введен. Да, то есть вот этот... Вот этот черненький очень опасен. Все. Ящик. Угу. Аптечку я уронил. Ой, я все еще бегаю. И ты, таракашечка, все еще бегаешь. Не, не. Интересно, а сколько их там внизу? Ну, давайте уже. Ах! Звуки. Вон они. А как они так сквозь стекло хорошо прыгают? Ну раз он исчез, все. Похоже, что все. Угу.
Давайте собирать добычу. Тут у нас есть флайеры, как там. В общем, штуки, которые освещают. Они горят красненьким. В игре есть достижение поджечь 15. Я не знаю, зачем я иду в эту темную комнату. Может быть, в поисках вкусняшек? Ой. Да что это за больница? Не, давай пойдем в другую сторону. По-моему, нам туда как раз и надо. Я хочу осмотреть все. А, ну да, тут выбора немного. Это больница, хорошая больница, качественная. Тут было электричество. Угу. Патроны к автомату. Да. А, Алекс, хочу открыть дверь. И какая тут хорошая комната. Почему мне не разрешают закрыть дверь? Ой-ой-ой. Фига себе там турели. Дверь. А дверью можно? Дверью можно закрываться, интересно. Почему их турельки не убивают? Угу, сразу так как меня видят, так сразу тррррр. А, дверь, пожалуйста, встань хорошо, чтобы... Ага, вот как-то так. Ну, почти. Хорошо, меня ударила дверь, все чудесно. Как же сюда пойдет куча зомби? Которых почему-то гранаты не трогают. Пойдем со мной. Нет? О. Зря она не пошла со мной тут. Ах, тя, бесконечные патроны. Все чудесно, все чудесно. Так. Дробовик. Так, сколько у нас уже? У нас уже приличное количество времени. Идет запись. Так. То есть... Ой. Я не то нажал кнопочку. Так, хорошо. И что ж, давайте вот на этом моменте я сейчас закончу, потому что не знаю, что будет дальше.
Скажу вам большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии, и мы увидимся в следующей серии.